Не может. Не может быть. Он был не в тюрьме, может быть. Кто может быть, чтобы он служил в Донбассе? Летел Саша. Эй, Саша. Эй, стой, Саша, уйди, гений. И Саша, Саша, Камаша, да. Это Виктор, да, Виктор. Сам Тарик Гими, дай бы трена еще. Comment ça s'est passé? Alors, c'est le père qui oui, battait la mère, oui, et tout ça s'est passé devant les yeux de leurs enfants. Отец был работающий человек, но были грубо, любил выпивать. Ну, 71 год у него было. А он прожил и психологический стабильный психологический у парты Гмирия, Киар Ауа, Мите, Альмьери, Митале, Айчо, Лежати, Сприо, Чекунстанцы, Медикалы, Кали, Депирты Травмы, Дене, Кодлори, Сау Травмы, Киарши, психологический, Кали, Кондиционязу, Асемина, Рекари, Анзона, Респектива, Энка, Утари, Де, Чебани, Кунс. Пендрия, Секутата, Лорда, Сурек, Господин. В Омске. Закрыли, перенесли в закрытую. Да, закрытая зона. В Омске он там и вышел, он там и женился. Второй раз. Здесь была у него жена и сын. Он был в Грецию, там он сразу начал работать, а потом связался с нехорошими пацанами и крали золото в домах, где жили хорошо. И его закрыли на 8 лет. После освобождения он приехал здесь, жил с отцом где-то 2 года. И не уладили. Начали они ссориться, и он выехал в Россию. Это из статья «Союз добровольцев Донбасса». И пишет про него, что он служил там в Донбассе. Нет, не может. Не может быть. Он был не в тюрьме. Может кто быть. Может быть, чтобы он служил в Донбассе? Не может быть. Да под из Киева, он укарь сам. Может быть, кто-нибудь похожий на него? Он сказал, что Виктор живет у него в Омске, и там он устроился на работу и живет в квартире. А Саша там жил уже с женой, ребенок был у него. Так, Дмитриевка, Дмитриев. Лайк, Терпольна, Ротанич, фотографии, у меня нет.
Да, здесь было красиво, чисто. А вел, что Порше, ГАИ. А вел тот.